Привет, друзья! Мое имя Виктор Ога, я преподаватель курса «Поющие чаши для всех». Добро пожаловать на этот курс. Этот курс теоретических знаний о поющих чашах от древности до наших дней. Благодаря современным информационным технологиям в наши дни появилась возможность создавать обучающие курсы, связанные с таким феноменом, как поющие чаши. Конечно, в цифровом пространстве невозможно создать полностью традиционную связь учитель-ученик глаза в глаза. Но передать теоретические знания можно весьма эффективно. Уже более 20 лет я провожу очное обучение массажным и банным технологиям, и почти 10 лет я очно обучаю практикам с поющими чашами. За эти годы у меня прошло очное обучение более 700 человек на 5 континентах и в 11 странах. Изучая практики с поющими чашами, я посетил такие страны, как Индия, Тибет, Ладакh, Занскар, Бутан, Япония. С 2010 года я был 18 раз в Непале, жил дома и учился у мастеров поющих чаш. Я разработал и получил патент на изобретение способа виброакустический массаж поющими чашами. Мной совместно с моими учениками была собрана статистика и опубликованы результаты исследований в научных журналах и сборниках статей. Я написал и опубликовал более 10 книг о поющих чашах, одна из них переведена на 6 языков. Моя задача была вынести в теоретическую часть максимум информации, которая необходима для дальнейшего развития и практики в области поющих чаш. Это сделано для того, чтобы на очных семинарах была возможность уделить максимум времени именно практическим элементам, которые невозможно передать дистанционно. Основным преимуществом данного курса перед другими подобными является то, что в него входит вся ключевая теоретическая информация о поющих чашах, собранная мной в различных странах, которые считаются культурными носителями традиции поющих чаш. Вся эта информация четко и логически структурированы, адаптированы для понимания любым среднездоровым человеком со средним образованием. Но и также проанализировано огромное количество научно-теоретических данных в российских и зарубежных научных источниках при оформлении патента на изобретение способа массажа поющими чашами. Поэтому в данном курсе много научных данных, связанных с поющими чашами. Слушатели курса получают информацию из первых рук. Человека, который лично знаком со многими авторитетными мастерами в области поющих чаш как в мире, в западных, так и восточных странах. Данный курс включает в себя множество уникальных видеоматериалов, снятых в реальных условиях экспедиций в уникальных местах планеты, связанных с поющими чашами. В конце этого курса вы сможете самостоятельно выбрать поющие чаши для самостоятельных групповых практик в интернет-магазинах или в обычных магазинах. Вы сможете отличить сувенирные чаши от высококачественных поющих чаш для индивидуальных практик или групповых. Вы сможете уверенно вести дискуссию о видах поющих чаш и об истории и воздействии поющих чаш на организм человека. Вы сможете в дальнейшем осознанно выбрать преподавателя, курс или школу обучения практикам с поющими чашами и продолжить свое развитие. Курс разработан мной с учетом тех вопросов, которые чаще всего задают перед семинарами, в интервью и в социальных сетях. Мы будем изучать на этом курсе следующие темы. Что такое поющие чаши, история поющих чаш, мастера и школы поющих чаш, какие бывают чаши, какие бывают колотушки, как производятся поющие чаши на фабриках, что можно делать с поющими чашами, как извлекать из них звук и как поющие чаши воздействуют на человека. Кроме этого, отдельный большой блок «Полезные советы о поющих чашах». Я разработал этот курс для людей, которые интересуются поющими чашами звукотерапии и хотят получить объективную, увлекательную, хорошо структурированную информацию о поющих чашах для того, чтобы в дальнейшем успешно, повысив свою квалификацию, обучаться практическим приемам и способам взаимодействия с поющими чашами для оздоровления себя или других. Друзья, добро пожаловать на мой курс «Поющие чаши для всех». Если у вас остались вопросы, напишите мне на электронную почту dr.nn@yandex.ru. Я постараюсь ответить вам максимально подробно и оперативно. Для тех, кто успешно пройдет данный курс, даст итоговые тесты и выполнит практическую работу, я смогу подготовить именное свидетельство о прохождении данного курса. Оно высылается в электронном виде. Также вы можете высказать желание внести вас в реестр прошедших обучения по данному курсу на сайт поющиечаши.рф. Напишите мне на электронную почту, я сообщу вам условия, размер внесения регистрационного взноса за это свидетельство. До встречи на курсе!